И в завершении программы о торжестве, которое наступит всего через несколько часов. Рождество Христово совсем близко. Юные жители Гомеля получат поздравления с праздником лично от епископа Гомельского и Жлобинского Стефана. Акция проводится уже не в первый раз. Подробнее о традиции в сюжете наших коллег. В преддверии праздника Рождества Христова Преосвященный Стефан, епископ Гомельский и Жлобинский, дал старт акции «Поздравь ближнего», проводимой информационным отделом Гомельской епархии. Акция проводится уже третий раз, и в нынешнем году она получила большой размах. Участие в ней приняли учреждения образования со всего Гомельского района. В рамках акции школьники, воспитанники дошкольных учреждений образования и студенты получат письма с поздравлениями друг друга и с личным поздравлением владыки Стефана. Проводимое мероприятие позволит молодежи непосредственно прикоснуться к свету и любви, исходящих от светлого праздника Рождества Христова. Дорогие мои друзья, в эти прекрасные рождественские дни мы поздравляем друг друга. Вот и я вместе с вами присоединяюсь к вашим поздравлениям, к акции «Поздравь друга» и желаю всем вам светлого Рождества Христова, доброго здравия, благополучия, успехов в учебе, в труде, на благо нашей прекрасной синеокой Беларуси и счастья вашим семьям.